Сегодня мы будем готовить пиццу с зеленым соусом. Для приготовления теста нам понадобится 0,5 стакана молока, 2 чайных ложки сухих дрожжей, 1 чайная ложка сахара, 1,5 чайной ложки соли, 1 кг муки, 1/4 стакана оливкового масла. Для приготовления соуса нам понадобится пучок петрушки, пучок укропа, 4 дольки чеснока, 0,5 чайной ложки соли, 1 яйцо, 1 стакан растительного масла. Для приготовления начинки нам понадобится 1 луковица, 300 грамм копченой колбасы, 200 грамм сыра, пучок укропа, 1 столовая ложка кетчупа. Разводим в теплом молоке дрожжи. Добавляем в молоко сахар. И ждем, когда дрожжи станут активные. Тем временем просеиваем муку. Добавляем соль. Яйцо, оливковое масло, молоко с дрожжами и замешиваем тесто. Убираем тесто в полиэтиленовый пакет и даем ему настояться. Для приготовления соуса очищаем чеснок, режем крупно укроп, петрушку. Добавляем соль. Одно яйцо. Все перемешиваем погружным блендером для кремообразной консистенции.
Постепенно, маленькими порциями, добавляем 1 стакан растительного масла и взбиваем блендером, пока масса не загустеет. Как только масса стала густой, соус готов. Готовим начинку. Нарезаем луковицу мелкими кубиками. Колбасу нарезаем мелкой соломкой. Укроп мелко режем. Часть сыра режем маленькими брусочками, другую часть трем на крупной терке. Начинка готова. Переворачиваем противень вверх дном, посыпаем его мукой.
Тесто раскатываем скалкой или растягиваем руками в тонкую лепешку. Лепешку перекладываем на противень. Намазываем сверху лепешку соусом, смешанным со столовой ложкой кетчупа. Посыпаем сверху измельченным луком. Выкладываем брусочки сыра. Поверх сыра выкладываем колбасу. Посыпаем все сверху укропом. И тертым сыром.
Пиццу ставим выпекаться в духовку на 180 градусов на 15 минут. Готовую пиццу режем порционными кусками. Приятного аппетита!